Для 13 десногорских семей сегодня настоящий праздник. В торжественной обстановке из рук исполняющего обязанности главы города Александра Новикова и председателя комитета имущественных и земельных отношений Ольги Романовой они получили ключи от долгожданных квартир. Как вы, наверное, многие знаете, у нас в городе реализуется проект «Гражданин страны Росатом». И сегодняшнее мероприятие является одним из подтверждений того, что гражданин страны Росатом – это не только слова, которые произносятся и которые декларируются у нас в средствах массовой информации, по телевидению, но это есть конкретное дело. Без помощи концерна, без помощи Атомтехэнерго, которая входит в структуру госкорпорации Росатом, данное мероприятие, я думаю, сегодня бы не состоялось. Как и полагается по старинной русской традиции, хлебом с солью новоселов встречали ансамбль русской песни «Сударушки», открывая дверь в новую счастливую жизнь для новоявленных жильцов. Красную ленту перерезали представители администрации и депутаты Смоленской областной думы и городского совета. В каждой квартире в этот день было радостное шумное новоселье, а семью педагогов Пугаевых пришли поздравить с заселением почетные гости, как и положено, с подарками. Безумно счастливы, что это событие произошло в нашей жизни. Мы очень долго снимали жилье и, наконец-то, свой уголок. Это просто непередаваемое ощущение. Счастье, радость, эмоции, что дочь будет расти не в съемном жилье, а в своей квартире, в своей комнате. Самый главный подарок, особенно для детей, новоселам пообещал депутат Смоленской областной думы Михаил Лосенко. Всегда, когда дают жилье, надо как-то подарок. Вот подарок я увидел из детей. Гарантирую, что вот здесь будет замечательный такой городок. Детский городок. Вручение ключей семьям бюджетников – это всего лишь первая ласточка. На очереди распределение второго подъезда дома 180 в 6-м микрорайоне. Свое новое жилье здесь получат около 30 очередников.